Насильник и убийца 16-летней племянницы Дмитрий Павлов хочет поскорее на свободу. Ленинградский областной суд принял апелляционную жалобу его адвоката. Павлова в конце августа приговорили к 17 годам колонии строгого режима, а перед этим присяжные единодушно признали 20-летнего жителя Тихвина виновным в неоднократном надругательстве над юной родственницей и в ее убийстве, которое молодой человек совершил в апреле 23-го, после того, как племянница пригрозила рассказать обо всем в полиции. О мотиве Павлов заявил на допросе после того, как его задержали. Поставил? Да. А за что? За изнасилование. На месте преступления молодой человек подробно рассказал под видеозапись, как после этих слов схватил школьницу за шею, душил, пока она не потеряла сознание. Затем надругался над ней, после чего оттащил девочку к улитому ручью и бросил в воду лицом вниз. Судмедэксперты установили, причиной смерти стало утопление. Но позже обвиняемый начал все отрицать и потребовал присяжных. Впрочем, следователей такая смена позиции не удивила. Это часто происходит, когда обвиняемые после там, продолжительного времени, после случившегося, когда он уже в полной мере осознает и понимает последствия, которые наступят, меняет свои показания и, соответственно, в пользу своей защиты. Впрочем, присяжные в невиновность молодого душегуба не поверили. Теперь он рассчитывает лишь на то, что суд второй инстанции снизит срок.